И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Horror Map Rus. Димончик, поздоровайся. Всем приветик. Ты готов почитать правила, как обычно? Готов. Поехали. Так. Что, мне читать вслух, да, надо? Ну, конечно. Хорошо. Так, после того, как компания Smirly Industries распалась, вы залезли в заброшенное здание компании для возможного осмотра и последующего изъятия имущества, но вам не стоило долезть. Вот, гениальный сценарий, просто четкий. Кто писал, да? О, блин, я испугался, уже начинаются приколы нашего городка. Правило не использовать ноклип, физган, патроны, руки, ноги. Убивать нельзя, все, погнали, играть в ночь, в наушниках. Громкость высокая, играть в одиночку точнее. Все, пойдем. Все сделали правильно, мы только наоборот. Наоборот. Как всегда. Я возьму камеру в руки, чтобы ночной режим включить. О, Димон. Я не могу камеру взять. Как мне камеру взять? Через оружие. О, красава, Димон. Оружие использовать. Ну что, ребята, ставьте лайкосик, а мы начинаем. Димон, знаешь, что сейчас будет? Скример или какой-то испуг? Смотри, я уверен, или на голову что-то упадет. Испуг какой? О, тут трупейшн лежит. Фух, Димон, иди теперь ты первый. Отпрыгнул, что ли, там? О, сюда нам надо как-то поломать. Ну, видать, нам ломать-то ничего нельзя, поэтому... Можно, можно. А может, с помощью бочки можно разломать? Типа, это ж не запрещено. А ну. Не. Что-то физика в горе. Мне кажется, надо бочки перенести, все убрать отсюда, я уверен. И открыть калитку. Я бы в реальной жизни бочкой бы фиганул бы по решетке, она отпала. А я бы с ноги бы ударил. Ну и с ноги можно тоже. Ой, я нажал. Заходим, Димончик. Сразу видно, ребята, поставили лайкосик. Газы можем покрутить, вот надо. Вентиль. А, вентиль кручу. Можем пройти сюда теперь. О! Отлично, так мы, ребята. Как могли здесь идти, кстати? О, Димон, надо монтировку разломать. А, нужен ключ, Димас, ты чё? А, я знал, просто проверял, знаешь ли ты? А теперь знаю. Так. Так, ключик я не знаю. Опять закрывается. А, быстрее, быстрее. Да не! Блин, Димончик, чуть-чуть. Ты поехайся ко мне, я ключ несу. Блин, а был на волоске, значит. Да-да-да. О, получилось, Димон. Во, сейф. Отлично. Калитка, наверное, такую же, как я строю, примерно. Дима, мне уже это нравится больше. А что случилось? Что ты взял? У тебя тоже есть дробовик. А, ты дробовик взял оттуда? Да, пистолет и дробаш. Ага, нам же этот, сюда теперь можно зайти. Во, точно. Вот тут умные люди. Я вспомнил. Отлично, идем. Не прошло и полгода. Такие туннели мне очень не нравятся, они очень длинные. Иди, иди. Странные. Иди вперед, чтобы я скримера не поймал. А чё он бесконечный-то? Не-не, он с конечный. А, с концом? Да-да-да. Хорошо. Так, идем. Я уже задолбался, если честно, идти. А может быть бесконечный туннель, что ли? Бесконечный? Не-не-не, по-любому конец. Если цепи лестницы, Димас, если цепи лестницы идешь, и она генерируется, понял? Да-да-да. Такое чувство, как будто он сужается. Ого! Там башка была похожа на пирожок, пойдем. Пошли. Фух, мне я кажется, все подряд клацал. Мне кажется, стенки сужаются. Да? Ну сейчас проверим. Я немножечко что-то не принял. Так, пойдем. Да они вроде не сужаются, так и есть. Да, ну это мне так кажется. Сейчас все будет. Ого, туннелище. Таких здоровых я не видел. Флайер. Там впереди какой-то человек-паук, смотри. Пойдешь к нему, Димас? Да. Ну это, конечно, подпись, сейчас будет скример. А я готов, смотри, я боюсь. О, мужик, ты куда? Давай, давай, за ним, Дима, спасаем его. Музыка стрёмная, жесть. А, мне кажется, это не музыка, не? Не, это звуки, все нормально. Фух, так, Димончик. Так, его унесли сюда. А что тут кровяки тогда нету? Он просто побежал. А, дальше он сам, да? Да, да, да. Так, давай свет включим. О, отлично, Димончик. Дуралекс! Вот это Жек! Блин, я немножко испугал. Ну как хорошо, немножко. Меня. Мне вообще нравится вас, когда меня не пугают. Да я, блин, аж пальцы на ногах подогнул, жесть. Иди ты. О-о-о. Коридорчики. Водичку купить нельзя, да?
Нельзя. Дурак, опять двери закрывать передо мной. Перед носом закрыли, а потом открыли. Смысл? Диман, проверяй туалеты. Ой, а я, знаешь, что кирпич из унитаза достал, мне такой звук был. Какой-то странный. Неа. Так. Пролазь. Ой, ты. Ой, а сюда не зайти, что ли? Зайти можно, можно, Диман, можно. Ты чего? Да я сыкаю. Не зашел, что ли? Давай разламывай эту штуку. О, могу вентиль покрутить, может что случится. Да что такое? Так, давай пополз. Отлично. Чикен макнаггетс, давай. Опа, я встал. О, я вижу что-то на столе. О, на тачке что, чинить будем? Автомастерская сейчас, понял? Что, давай под машину залезу? Угу! Ты тоже тпхнулся? Нет. Прыгай под машину. Серьезно? В смотровую яму прыгай. Не, у меня ничего нету, давай к тебе просто телепортируем. Давай. Классная музыка. Пошли, Димон. Это похоже из цепи, Димас, на этого... измерение деда этого, понял? Да, карман деда. Это очень... Карман, да. Тю, блин, это ты хотел сказать, тут кто-то появился. Смешно, да? Я уже боюсь эту карту. Классно сделал разработчик. Респект ему. Так, 4 прохода. Один мы посмотрели, второй очень длиннющий какой-то. У нас ничего нету, все забрали у нас. Не, у меня есть вот... А это потому что я к тебе телепортировался, пойдем. Ой, а впереди какая-то жесть происходит. Так, ночной режим активирован. Иди ты. Кусочки какие-то. Пацаны, вы сами все хорошо? Можно их соединить? Ну да, сейчас починим челик и сделаем. Вот трубу нельзя забрать, не? Ну ладно, идем. Нельзя, ладно, пойдем. А, объект есть небольшой. Отдыхают просто, мешать им не будем. Так, куда сейчас? Так. Направо? Направо. Вот, да, сюда. Блин, тут по центру музыка стрёмная прям. Все, отлично, мы нашли дальше проход. Бежим. Блин, ну что это такое? О, Димон, зомби! Значит, мы все правильно делаем. А ну, мужики. Получайте. Прикольно, месиво, ребята. Начинается... Хоть зомби поставил, а то скучно было. Да, а то вообще никого. Мы как думали, может, сейчас нажмется? В пустоте какой-то бегаем. Нет. Вот надо пойти ту дверь открыть, я так думаю. Побежали. Скорее всего, там на этих надписях были какие-то даты, а мы должны их были вводить. Типа, разработчик думает, что мы сейчас уже должны были знать эти даты. Так, а мы их знаем. Заходи! О! О, круто, да? Ох ты ла! Да что такое, блин, я же микрофон чуть по голове себе не дал. Пойдем дальше. Да ты какая морда была? Не видел, кстати. Блин, иди ты вперед. Такая, все уже скримеры это закончились. Сейчас будет еще. О, пана. Лопата. Заброшенная кладовая. Куча ракет. Ой, этих ракет. Патрон. Ну, тут сигнальная ракета тоже есть, как бы. Что делаем? Сигналку кинули. Отлично, к нам уже... О, замок, Димон. Так, давай сломаем. Так. Можешь лопатой колупнуть? Ключ надо искать, типа. Не, лопатой тоже нельзя, Димас. Так, как его открыть? Я думаю, знаешь, что можно на полки залезть. А, может наверху? Во, смотри. Нашел ключ? Да, Димас, иди сюда. О, Димон, красава. Тут есть какая-то штука, но мне нужен этот ящик. Давай я тебе его поставлю. Подавай. Давай еще. Мало, не хватает. Давай. О. Все, Димас, хватает, давай, полезли. Давай, лезь. О, все. Вот, Димас, ты читер. А как по-другому? Я не умею так, как ты, круто лазить. Я вообще с ящиков попадал. Давай, Димон, я за тобой. А, ты так будешь плавать? Ну, я лезу, да, все четенько, по красоте. Хорошо. Сейчас, Димон, скример будет, смотри. Я готовлюсь уже. Ну? Так, тут, короче, два поворота, налево и направо. Давай налево пойдем. Давай я направо пойду. Давай. Разделимся, быстрее будет. Да, будет прикольно. А, блин, Димон, спаси меня. Смотри, какая длинная карта, это жесть. О, кто-то орет. Ого, тут помещений сколько, ребят. Мы что-то будем ее полдня проходить. Так, ну давай. Да. Нифига. Так, хоррор. У!
У тебя тоже был скример? За что такой скример? И я даже знаю, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!